Мы никогда не верили в древние пророчества. Всю жизнь мы слепо ненавидели тех, на кого указали отцы и деды. Небеса не озарились огнем, и не явился новый враг. Настало время хаоса. Время ускоряет свой бег, сын Дуратана. Ветер отзывается голосами войны. Земля, испещренная шрамами прошлого, готовится к новому противостоянию. Принимают вызов судьбы и ведут свои войска в бой. И пока смертные слепо мчатся навстречу гибели, пылающая тень грозит поглотить нас всех. Собери Орду и поведи свой народ тропой судьбы. Найди меня.
Согласно донесениям, орки собирают войска. Серия атак на лагеря для пленных — прямое тому подтверждение. Согласен. Орда мобилизуется. Это просто абсурд. Мы не будем сидеть и смотреть, как Орда собирает армию у наших границ. Орки сейчас должны волновать нас в последнюю очередь. Сколько раз мне еще повторить? Король Таренос, прислушайтесь к моим словам. Эпидемия чумы в северных землях может иметь ужасные последствия. Очень просто. Как я уже говорил, Кирин Тор готов объявить в ряде поселений строгий карантин. Не будет никакого карантина, пока вы не предъявите доказательства, посол. После всего, что пережили лордеронцы, они не будут пленниками в своих домах. Они и есть пленники, король. Что все это значит? Кто ты такой? Человечество в опасности. Силы тьмы возвращаются. И весь мир стоит на пороге страшной войны. Довольно. Стража, уведите этого безумца. Слушайте. Единственное спасение для вас — это путь на запад. К древним берегам Калимдора. Подождите, посол. Я не знаю, кто ты и во что веришь, но сейчас не время для пустых пророчеств. Пусть нам грозит война, но только нам решать, как защитить наш собственный народ. Нам, не тебе. А теперь убирайся. Человечество дорого заплатило за мою прошлую ошибку. Если вы не верите мне, я найду того, кто поверит. Я сделал все, что мог. Они сами избрали свой путь. Тебе больше не придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны. Я обо всем позаботился. Что ты делаешь? Становлюсь королем. А!
Это королевство падет. И на его обломках возникнет новый порядок, который потрясет основы мироздания. Agir modas petalum talentaro il das glacu retus etharas amanar cultamus. Belar sumaris Azaratha Rakas il Gula. Ora mordanos melar il amor no falos cada. Я знал, что ты придешь. Вижу, ты привел с собой могучего громаша. Мальчишка верил, что тебя можно спасти, но не знал, что огонь сжигает твою душу. Признай, мы части одной и той же силы.
пелена спала. Огонь демонов в моих жилах угас. Я освободился. Нет, друг мой. Ты освободил нас всех. Древо залечит свои раны, как и весь мир. Все принесли свои жертвы. Люди, эльфы и орки. Забыв былые распри, они объединились против общего врага. Сама природа восстала против тьмы. И тьма отступила. Я вернулся сюда, чтобы в последний раз направить этот мир и показать, вам больше не нужны хранители. Судьба будущих поколений всегда была в руках смертных. Я же выполнил свое предназначение и теперь займу место среди легенд прошлого. На самом деле, предали меня. Всеми гонимый. Всеми отринутый. Я слеп, но вижу больше иных. Руку судьбы нужно направить.
теперь вперед. И пусть волна рока настигнет всех, кто встанет у нас на пути. Мы станем такие. Я ухожу. С тобой или без тебя? Забудь об этом и веди своих солдат домой. Но этот приказ я не выполнил бы. Не предал наемникам, которые сражались за тебя. Что с тобой? На севере твоего юного принца ждет только смерть. Верни меч. Замкни круг.